Пятница, 10 декабря в Ришикеше. Солнечный денек разгорается. 10 часов сейчас. Мы скоро выезжаем в храм Нилканд Махадева. Надеюсь, что вы готовы. Делом заехали подкрутить колесо, чтобы все надежно сидело, проверили, протестировали, работает, крутится, не крутится. Дальше заехали на автозаправку, подкачать колеса и заправиться бензином. Время 11:30 уже. Заправляемся на 250 рупий. Путь в гору не близкий. Let's go. Расскажу вам, куда мы, собственно, направляемся. Храм Нилканд Махадева – это храм Господа Шивы, который носит имя Нилканд. Нил означает «синий», Канд означает «шея». То есть у Господа Шивы синяя шея. На заре творения полубоги и демоны решили вспахтать океан для того, чтобы получить из него нектар бессмертия. Они взяли золотую гору Мандара в качестве мутовки, а змея Васуки в качестве веревки. Демоны взяли змея за голову, потому что посчитали ниже своего достоинства тянуть змея за хвост. А полубоги держали змея за хвост. И они тянули в разные стороны, пахтая океан. Правда, поначалу гора Мандара
все-таки утонула, они не смогли ее удержать. Тогда Господь Вишну пришел в образе черепахи, и гору Мандару установили на его спину. Эта черепаха была огромная, более 1 000 000 километров величиной. На ее спине стояла гора Мандара, а демоны и полубоги тянули змея за хвост и за голову. Змей постоянно изрыгал огонь, пламя и дым из своей пасти, и демоны обжигались, покрывались пеплом, золой и глотали дым. И первым делом в результате такого пахтания из океана появился яд. Тогда полубоги стали молить Господа Шиву, чтобы он выпил этот яд и спас Вселенную. Что Господь Шива и сделал? Сделал он как раз это в том месте, куда мы сейчас едем, и где построен храм Нилканта Махадева. Шея его посинела в результате выпитого яда, а он приобрел имя Нилканта Махадев. Говорят, несколько капель этого яда упали на землю, и из этих капель появились ядовитые растения, ядовитые насекомые и змеи. Ganga? Yes. Very small. Yes. Why? Because many parts. There elephant, tiger, and panda, all. People there is not to stay here. Десять километров осталось до храма и 24 километра мы уже проехали. Thank you.
Место оказалось популярное среди паломников. Много народа, много палаток, всего продают. Very popular place. Many pilgrims and tourists come in here. Каждый продавец приглашает остановиться в его палатке, потому что там, где остановится паломник, там он и купит подношение для Шивы. ₹10 стоит такой стаканчик воды, чтобы полить Махадеву Абхишеку, сделать. Давайте ко. Заходим в храм, босиком разулись, босиком заходим, внутри снимать уже запрещено, там висит табличка, что не снимать, поэтому вот это последние кадры, вход в храм Нилкамх Махадева. Внутри храма нельзя снимать, но мы уже получили даршан, полили водой и загадали желание на ухо
дочку Нанди. А это скульптурное изображение как раз той самой истории, как демоны и полубоги тянут змея Васуки и пахтают океан. Чилаку Шивы получили на лоб. This is Baba Kali Kamali. Baba Kali Kamali? Yes, Maharaj.
Ришикеше сегодня траур, закрыты все магазины, рестораны, все закрыто из-за того, что разбился какой-то военный на вертолете вместе со своей женой, вроде бы погибли, поэтому сегодня все закрыто. Закрыто в Ришикеше. Даже магазины, даже продуктовые магазины, только аптеки работают. Все закрыто. А я не подготовился к такой ситуации. У меня все закончилось. Даже мука последнюю использовал. Молочный магазин оказался открытым. Купил йогурта, печенек. Можно будет перекусить.